Итак, дорогие друзья и партнеры, здравствуйте. И я Николай Лужков. Сегодня мы по просьбе некоторых моих партнеров сделаем заказ продуктов компании «Аврора». Я в этом месяце уже делал заказ. Ну вот, меня попросили показать это. У меня где-то есть видео на эту тему. Не хочется искать, мне быстрее просто сделать заказ. Итак, вы набросали что-то себе в корзинку из продуктов, зашли к себе в свой интернет-магазин, который вам компания предоставила для пользования продуктом и для того, чтобы вы могли оздоравливаться и зарабатывать здесь. Вы сюда зашли, в свой интернет-магазин, в раздел «Все продукты», и что-то для себя выбрали, набросали в корзинку, и переходим в корзину. Вы можете делать заказ через интернет, по почте, как это делаю я. Многие просто приходят в офисы, в склады, их сегодня много, по всей России, в других странах. Украина, Белоруссия, Германия, Польша, Латвия, Литва. У компании уникальные продукты, поэтому она быстро и стремительно развивается на все страны. Люди, попробовав продукт, приходят за ним снова и снова. Берут, оздоравливаются и зарабатывают. Итак, продолжим. Набросали в корзинку, переходим в корзину, проверяем. Я для своих партнеров всегда рекомендую делать заказ на 50 баллов. Почему? Потому что, когда вы делаете заказ на 50 баллов, здесь у вас уже больше идут вознаграждения от компании. Кликаем «Оформить». На этом шаге вы смотрите профиль доставки. Здесь будет ваш профиль. Заходите вот по этой стрелочке и проверяете ваши инициалы, почта, телефон, индекс, адрес. Все проверили, все верно. Закрываем. Теперь мы выбираем способ доставки и способ оплаты. Здесь вы можете выбрать в разделе «Оплатить со счета накопительных скидок», если у вас уже здесь накопились деньги. Я постоянно беру отсюда. Ну, вот в этом месяце я уже брал продукт со счета накопительных скидок. Сегодня я буду брать оплатой из банковской карты. И выбираем способ доставки курьера. Другого здесь нету. Есть еще самовывоз. Как я уже сказал, можете прийти в офис и взять. Ближайший офис от меня — это Москва. Это очень далеко. Мне удобнее, чтобы мне пришло почтой. Все, посмотрели, проверили еще раз. Здесь вы видите доставка и общую сумму. Кликаем «Оформить заказ». Заказ сформирован. Опускаемся ниже и кликаем «Оплатить». Еще раз. Система предоставляет нам возможность оплатить любым удобным для нас способом. Я выбираю банковской картой. Перейти к оплате. На этом шаге вы внимательно заполняете данные вашей банковской карты. Старайтесь это делать без ошибок. После того, как вы все здесь заполнили, приготовьте свой мобильный телефон для того, чтобы подтвердить оплату. Вам придет смс. Кликаем «Оплатить». Приходит сразу же смс с кодом для подтверждения. Кликаем «Отправить». Платеж успешно принят. Все, я вас поздравляю. Ваш заказ сформирован, оплачен. И в ближайший день, максимум 2, он будет отправлен на ваш адрес, который указан на сайте. При возврате мы видим, что наша корзинка опустела, и
Статус заказа оплачен, формируется к отправке. Сейчас у нас 21:15 вечер. Завтра в течение дня этот заказ отправят на мой адрес по почте, и в течение 4 дней он придет ко мне. Итак, дорогие друзья, если у вас остались вопросы, можете мне их задать, написав комментарий внизу в описании к этому видео. Там же вы найдете ссылку на сайт с продуктом и другую информацию. Всем желаю успеха, счастья, здоровья и всего самого лучшего. Живите долго, счастливо и зарабатывайте столько, сколько вам нужно с помощью этой замечательной компании. Удачи вам, друзья мои!